Йоу, всем привет, с вами я, Супер. Итак, я вам скажу самое простое разоблачение абсолютно любых страниц и взломщиков, и мошенников. Так, ну у них обычно за один день или за два или три дня делаются странички. Может быть месяц, может быть год, даже может 2 года, может быть даже странички, не знаю, 5-6 лет, когда создавалась ВК. Вот, но это могут быть взломанные странички, либо... Я не знаю, фейковые, которые давно-давно создавали. Вот, пароль вспомнили как-то, я не знаю, или где-то было сохранено. И они пытаются обманывать людей на скины, на деньги и так далее. Ну, некоторые, конечно, попадаются на этот лохотрон, школьники обычно. Вот, советую остерегаться мошенников абсолютно любых. Не давайте деньги, пусть сначала сами первыми выдают вам деньги, и вы потом... делайте из этого выводы. Вот, короче, пишет мне Дом, он, значит, подписан в различные Steam группы. Ну, по-любому, один из тысячи, может быть, один из ста, один лох найдется, который сделает его день, и он заберет деньги, вот. А бывает, которые вот, день пройдут просто так, просиживая, находя школьников, которые есть скины, вот. Так, ну, короче, сейчас я вам покажу. Чувак, привет, а ты скины в CSGO продаешь? Если что, я первый скину тебе деньги. Я уже понял, что меня наебывают, понимаете? Вот, на Киеве я пишу, могу, круто там. Я говорю, что там, не обманешь? Я уже понимаю, вот. Сейчас комп зайду, я тогда на смартфоне сидел. Вот, пишет, у тебя скины есть на 1200 рублей? У меня Киеве как раз 1200, видишь, завалялился. Ну, такое не бывает, вы понимаете? Вы можете с Алиэкспресса там разные вещи купить. Вот. У тебя скины быстро придут, если ты отправишь? Вот, я говорю... Так, ну это я случайно написал на сотке, так, без задержки, окей. 2 АК красных линий. Ну это просто пример сказал, я в стиме написал, какие тут оружия есть. На самом деле у меня даже этих калшей не было. И если бы он скинул, я, знаете, бы как поступил? Я просто бы купил их вот здесь, в самом CSGO TM, и скинул бы ему. То есть до этого додуматься, я не знаю, каждый игрок может. Он дебил еще не спрашивал, какого качества. Это самый тупизменный наеб по ВК. Вот, я пишу, что-то номер бой скинул. Могу, короче, вот. Могу на вебмане, короче. Я отойду, чайка заварю. Вот. Отходил, значит. Вот чай заварил, 5 секунд я делал. Вот. Там номер должен жду, короче, вот. Ты случай только что создал. Я уже когда чекал страничку, уже понял, что вот может быть таки док уже. Это уже не раз, да. Не раз, кстати. За свою жизнь, наверное, до 17 лет. Капец. Наверное, 100 он обманщиков попадался, если не больше, вот. Если вам такие же попадались, каких, берете, короче, вот так, сейчас я вам покажу. Вот сначала давайте прочтем, вот. Не, кидок, я сразу говорю, первый скин. Ну, я уже подумал, ну, да, ну, давай. Ты скинь свой стим, у тебя бантрейда нет, я не знаю, ну, ты то фейк. Короче, пишу, месяц как, CSGO удалил просто. Вот, я просто скины сейчас продаю, абсолютно все. Вот, у меня уже 90 рублей, видите. 98 рублей. Потому что мне не нужна просто CSGO игра вообще. Мне уже надоело. Вот. Аккаунт, конечно, остается у меня, вот. Вот. Я качаю раз обратно, потому что раз выходит из ранней стадии. Ура! Я его задешево покупал, кстати, за 100 рублей. Вот. Теперь буду ее играть. Конечно, у меня будет лагать, там еще они пытаются обновить графику. Вот. Ну ладно, это уже потом, наверное. Вот CSGO TM проще же. Бля, как? Я уже понимаю, что вот ты че, аха, ясно, видите? Вот такую. Он, видите, это уже понятное дело, что это уже наёб. Он просит вот такие данные, ну нахуя, это просто, это пиздец. Вот, я пишу, ахаха, ясно, иди нахуй. Вот, ахаха, понял уже, скрин или бан. Куга, никому, бля. Ну да, этот код вообще, вот этот код, никому, вообще никому, вообще вы не обязаны и вообще никому ничего не давайте, абсолютно, вот. Вот, я уже в мане кинул, но если хотите, можете мне задонатить, вот. Еще внизу в описании ролика есть. Это пожертвование, если хотите пожертвовать, конечно. Вот, так, смотрите. Вот, ты че, бля, аха, иди нахуй, ну, смотрите, вот. Скрин или бан. Вот, аха, ну, все, я пишу. Жди видос. Спасибо за видео, туда пизда. Все, идите нахуй. Смотрите, вот, теперь вы просто делаете. Не будем разблокировать. Так, пожалуйста, на страничку. Мошенничество. Пишите сюда. Обман на код в стиме. Попадутся. Вот, и закрыть Дону
к доступу моей странички. Вот. Все. Итак, давайте еще в конце видео будем читать комментарии. Вот это не нова. Вот. Потому что до этого я делал такие видеоролики, и другие ютуберы также делали. Так, давайте будем читать. Ты что, откуда знаешь, типа у тебя годный контент? Mm-hmm. Так, окей. Красава. Так, первый игрок, молодец. Так. Вряд ли. Думаешь. Так, напишем. Не смотри. О. Так, напишем. Крутое видео. Вот это. Молодец. Спасибо. Конечно, криво написали. Ну, ладно. Это круто. Лайк сразу. Вот, хороший комментарий. Я буду ставить лайк. Так, ой, куда? Пульсизм. Так. А, такие комментарии. Что-то очень глупо. А, надо, кстати, в скайп зайти. Конечно, написал. Спасибо, хоть просто написать. Хорошо. Вот, это супер, видите? Кто не знает, так вот. Можете прочесть. Лайк. Вот. Так что, окей. Пишите комментарии, так что, да. Ладно, и с вами был я, Супер. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока. Желаю не попадаться на мошенников, продавать скины за дорого, трейдиться и всего хорошего. Если вы, конечно, поставите лайк.